Иное измерение русской культуры. Яков Петрович Полонский. В телеге жизни. Читает Евгений Празов-Брушковский. Эпиграф. С утра садимся мы в телегу. Пушкин. К моей телеге я привык. Мне и ухаба нипочем. Я только дрогну, как старик, в холодном воздухе ночном. Порой задумчиво молчу, порой отчаянно кричу: «Пошел! Валяй по всем по трем!» Но хоть кричи, бронись или плачь, молчит упрям ямщик седой. Слегка подстегивая кляч, он ровный гонит их рысцой и шлепает под ними грязь, и незаметно шевелясь, они бегут во тьме ночной. Около 1875-1880 годов. Напечатано во втором томе полного собрания стихотворений Якова Петровича Полонского в 5 томах. Издание, просмотренное автором. Санкт-Петербург. Издание Маркса. 1896 год.